все больше горожан узнают ее имя. Практически каждый вечер ее вместе с хозяином можно встретить у памятника на сквере матери. Марти. Так зовут полуторагодовалую среднеазиатскую овчарку Алабая. И неспроста поклонников у нее становится все больше. Мы на личном опыте убедились. Марти – это 55 килограмм сплошной доброты и позитивных эмоций. Где-то год назад дочь у нас в Инстаграм записала. Мы понятия не имели, что это такое. Ну, наш Инстаграм захватила наша Марти. Теперь там можно говорить не родаки, а Марти. Потому что у нее там почти 4500 подписчиков. Все ее любят, все ее защищают. Мы теперь даже не знаем, как с ней общаться. Мадам Марти или как? Мы ее покупали для себя, не для выставок. Но для того, чтобы нам рожать, мы обязательно должны пройти 2-3 выставки и получить там хорошую оценку. Мы в юниорах получили оценку отлично. И вот сейчас последняя выставка неделю назад была. Она стала лучшей сукой среди алабаев в нашем клубе. Число подписчиков в Инстаграме у всенародной любимицы только растет. А недавно у известной мадам появилась подружка по имени Фрося, которую первая встретила, как и всех, любовью и лаской. Давайте ее не отнимем. Не пугай, у тебя язык большой-большой, но... У тебя язык большой, но... Осторожно, осторожно, сюда. У нас до этого была такая же собачка, лет 14 она с нами прожила. 3 года мы не могли завести, думали, больше таких собак нету, но оказывается, азиаты все одинаковые. Воспитанная, аристократичная, серьезная Марти, кажется, любит всех, кто ее окружает. Мало того, будет защищать и оберегать ближнего. По сравнению с кавказцами, как сравнивают, что думают, что одинаковые собаки, намного спокойнее и общается, любит всю семью, жену, детей, всех обожает и охранять будет всех. Интересный случай какой-нибудь, связанный с Марти? Ну вот осенью во время ливня она нашла воробья, вытащила ко мне, мы пришли ее дома, обсушили, покормили, она нас весь домик обкакала и даже спасибо не сказала и улетела. Где Марти? Как говорит Афанасий Иванович, это не он выгуливает Марти, а она его. Каждый вечер она спешит на место встречи со своими поклонниками, чтобы услышать добрые слова, подать лапу или просто кому-нибудь поднять настроение.